Капля сильной крови. В рамках благотворительного проекта Запорожской епархии Украинской православной церкви «Любовь милосердствует» ведущие запорожские спортсмены сдали кровь на областной станции переливания. Вот уже третий год представители различных федераций спорта сдают свою кровь для детей, которые находятся на лечении в отделении онкогематологии областной детской больницы. Сегодня для участия в акции откликнулись 19 спортсменов. Я с удовольствием согласился. Это уже, получается, второй год. Ну, надеюсь, в дальнейшем тоже буду принимать участие. Просто жалко, что ребята с команды все поразъезжались, тогда, я думаю, больше людей было. Всегда приятно, если можно оказать свою помощь где-то. Я пишу, ну, думаю, что поможет детям. На самом деле активная фаза проекта «Любовь милосердствует» начнется 15 февраля. Но в это время у спортсменов начнутся тренировки, поэтому свою кровь они решили сдать заранее, после завершения спортивного сезона. Особенно, чтобы поддержать дух и стремление к победе. А ведь болезнь – это тоже борьба. Борьба с болезнью. И как никогда нужно поддержать и морально детвору, поддержать морально их родителей. Поэтому я считаю, что это вот имеет такое еще не только физиологическое, так скажем, помощь детям, но и психологическое. По данным областной станции переливания крови, за 6 лет в рамках проекта «Любовь милосердствует» кровь сдали около 6 тысяч человек. Собрано более 1600 литров крови.